Звездочка работает над вопросами, связанными с подъемом индийской дизель-электрической подводной лодки «Синдуракшак», затонувшей в порту Мумбаи. Об этом сегодня сообщил гендиректор предприятия Владимир Никитин в интервью, размещенном в официальном блоге предприятия. С вопросами, связанными с подъемом лодки, к «Звездочке» обратились индийские партнеры. Владимир Никитин заявил, цитата, «Я ожидаю, что специалисты «Звездочки» обязательно примут участие в этих работах». По его словам, несмотря на эту трагедию, отношение индийской стороны к «Звездочке» остается очень благожелательным, и предприятию важно сохранить такие отношения. Необходимо мобилизоваться для скорейшего завершения действующих контрактов по ремонту других кораблей. Речь идет не только о ремонте индийских лодок в Северодвинске, но и об организации системы послепродажного обслуживания нашей техники в Индии. Как пояснили сегодня в пресс-службе предприятия, официального обращения индийской стороны о помощи в расследовании причин катастрофы до сих пор нет. Имели место лишь неформальные консультации гендиректора «Звездочки» с представителями индийских ВМС в Санкт-Петербурге.